какого черта Наполеон пошел на Москву, если столицей Российской империи был Санкт-Петербург? Ну, это вопрос, который могут задать люди, действительно, совершенно не понимающие ничего в военном деле, и люди 20-21 века, потому что в 19 веке даже школьники понимали, что оставить армию противника в тылу или на фланге – это маразм. И, конечно, Наполеон наступал за армией русских, которую должен был разбить в генеральном сражении. И если бы он пошел на Петербург, то армия русских могла бы оказаться у него в тылу. Позвольте, Евгений Николаевич, значит, сначала давайте все-таки смысл Бородинского сражения. Давайте выбора места. Да. Нужно, потому ли это, как гласит одна популярная обывательская легенда, что война без большого сражения была вообще немыслима? Когда Кутузов проиграл Бородинское сражение, перед отечественной пропагандой за 200 лет встала колоссальная проблема. Как это объяснить? И нашли потрясающее объяснение, просто гениальное. А он и не хотел побеждать.